На высокогорном катке Медео, близ Алматы, было разыграно первенство страны среди женщин по скоростному бегу на коньках. На старте Инга Воронина. Она стала героем этих соревнований, установив мировые рекорды в беге на 500 и 1500 метров. Сейчас Инга Воронина и Лидия Скобликова бегут на 3000 метров. Почти всю дистанцию лидировала Лидия Скобликова. Но Инга Воронина и в этом забеге сумела правильно рассчитать свои силы. На последнем круге Инга Воронина делает сильный рывок и финиширует первой. За время 5 минут 6 секунд. Еще один мировой рекорд. Инга Воронина завоевала звание абсолютной чемпионки страны.